Прислали в работу два Хенкельса, попросили из двух сделать один. Там один такой, у него очень красивые ручки был. Вот то, собственно, я его переделал. И второй в нормальной черной ручке, но отвратительный именно по внешнему виду. Но здесь бритва тоже, не сказать, что супер изначально. Вот, ну, за неимением других вариантов решили эту сделать. Смотрите, я вам тут носик спрямил, как просили, сделал прямой носик с переходной такой фасочкой, как они делались раньше. Я имею в виду переходная фаска на спинку. Вот, и прямой носик. Вот, перешлифовал. Но тут изначально ее уже кто-то к станку прикладывал, причем весьма неаккуратно. Геометрия, как объяснить, не геометрия, даже вот выборка, которая здесь в итоге оказалась, когда бритва ко мне попала в руки, такая кривая, что, ну, просто кошмар. Чтобы ее в ноль вывести именно аккуратно от пяточки до носика, именно от спинки до кромки, вот эту вот всю плоскость прямоугольную, ну, это сложно. И в данном случае прям вот сидеть над ней долго-долго смысла нет, но что можно было, я сделал. Сейчас тут более-менее аккуратно и равномерно сатин. Вот, полностью, абсолютно чистая вся зона Эрля со всех четырех сторон. Здесь все в идеале. Вот, следов эксплуатации, следов времени нет. Вот, сделал геометрию так, что тут на одном слое получается, на одном слое изоленты заточка. Ну, как можно видеть, фаска в принципе довольно тоненькая получилась. Считаю, хороший результат. В дальнейшем на камнях удобно подтачивать будет, и на ремне будете без проблем править. Вот, ручка, вот эта вот черная ручка с того второго Хенкельса, в принципе, тоже привел в порядок, отполировал, вскрыл полимером. Нижний пин оставил оригинальный латун, и верхний поставил реплику нижнего, то есть такой же по размеру, по цвету, ну, как будто бы оригинал. Вот. По размеру тут все выверил, все четко закрывается, плотненько, хорошо. Ну вот у вас тут один футляр был к ней оригинальный. Я его тоже еще там немножко подлатаю кое-где. И будет у вас, в принципе, неплохой комплект. Вот, сейчас покажу, как тесты проходят. И, наверное, завтра, смогу отправить. Сегодня уже не успею. Вот. Как бритва именно, ну, хорошая. Брить будет нормально. Сталь такая средненькая по твердости, то есть не такая твердая, как она изначально с завода у Хенкельса была. Видимо, тот, кто на станке ее когда-то пытался делать, немножко все-таки отжег, перегрел. Вот. Но не критично, то есть она не заворачивается в заусенец при заточке, она не пластилиновая, как вот пакистанские там или некоторые китайские бритвы. То есть, ну, в принципе, вполне годная вещь. В чем-то даже небольшой плюс в этом плане есть. Будет чуть мягче брить. Но заточку будет не так бодро держать, как в оригинале. То есть, ну, не могу дать гарантии. Год, скорее всего, не продержит. Если даже вот только ее одной бриться. Вот, ну, скорее всего, ну, полгода, я думаю, должна протянуть. Если у вас их несколько, то и на более долгий срок хватит. Вот. Ну, бритье зато она будет более мягенькая, чем в оригинале. В оригинале Хенкельсы, они хорошие, конечно, когда там выборка целая, сохраненная, заводская. Потому что вот эта бритва, она уже была порядком сточена, и потом на станок ее кто-то клал. Она должна быть пошире немножечко, вот эта модель. Ну, сейчас она у вас сточена, и тут уже и выборка такая изменившаяся. За счет этого брить будет, ну, помягче, чем в оригинале. Вот. Ну, как бы, что надо было, сделал. Все, завтра тогда будет отправлено.